Уважаемые граждане, организаторы и участники, присаживайтесь за свои места, мы начнем. Интересно, кто начнет аплодировать первым? Но мы еще не начнем. Давайте так, мы немножко оговорим, что и как сегодня будет происходить. Есть ли люди, которые... Давайте оценим, сколько участников, сколько организаторов. Сначала поднимите руку участники. Все, кто купили билеты, пришли сегодня получить удовольствие. Есть такие люди? Большинство. Ну, слава богу. Было бы странно, если было бы наоборот. Опустите теперь руку, поднимите организаторы. Все, кто помогает сегодня. Они все разбросаны так, чтобы их было незаметно. Да? Они не любят скапливаться в одном месте. А мы начнем через, наверное, минуту. Все готовы? Смотрите, ну, все готовы, там у нас какая-то вакханалия происходит. Давайте так. 30 секунд. Кто засечет 30 секунд? У всех еда на столе есть, так? У всех есть вода. Если мы готовы начинать, давайте. Бурные аплодисменты, 30 секунд уже никакие не имеют значения. Добрый вечер всем, уважаемые гости, граждане отдыхающие. Мы начинаем, поехали! Ну так не начинают, ребята. Хуже я не слышал вообще аплодисментов. Еще раз, добрый вечер, здравствуйте! Сразу для того, чтобы не полетели фрукты в меня, в овощи, которые на столах. Меня зовут Юра Тунян. Мне выпала действительно большая честь проводить этот благотворительный Jazz Magic концерт. Кто сегодня знает вообще, что будет происходить? Есть ли вы такие люди в зале? Поаплодируйте, кто слушает джаз. Хорошо, тогда мы сделаем такую вещь, которая вам в первую очередь нужна. Перед тем, как мы начнем, я хочу понять вообще, у кого какие шансы и кто сегодня пришел. Поаплодируйте всех, кто пришли парочками. Есть ли влюбленные сердца, люди, которые пришли со своей второй половинкой. Ваши аплодисменты. Одна влюбленная, у нее никого нет, но она... Хорошо, поаплодируйте теперь одиночки. Люди, одинокие волки или девушки тоже. Заметьте, да, сразу, одиночки гораздо веселее, чем... Они сразу такие, ох, я любитель. А есть ли люди, которые после этого благотворительного джаз-концерта планируют с кем-то уехать? Поаплодируйте. Это интересно, парень сейчас аплодирует или девушка? Один парень сидит, рядом с ним малина, там четыре девушки. Хорошо, и наоборот тоже. Мало ли кто пришел со своей второй половинкой, но в конце этого прекрасного вечера он планирует уйти по одному. Может быть, и такие есть. Ладно, хорошо. Всем хорошего настроения. Мы желаем вам классного вечера. Получите максимум удовольствия. Еще раз добрый вечер, граждане отдыхающие. Мы начинаем. Поехали! Заметили, да, насколько у нас музыкальный вечер? Прям музыка льется в ваши уши. Сегодня будет ее много. И перед тем, как мы начнем, я хочу сообщить, что сегодняшний вечер, он добрый. Мы планируем сегодня собрать определенную сумму денег для того, чтобы помочь маленькой девочке. Маленькую девочку как зовут? Как вы знаете? Арина. Арина. Фамилия у нее Ходжанян. Мы хотим помочь ей, и у нее действительно сложилась непростая ситуация. Она родилась 24 апреля 2014 года, ей 2 с лишним годика, и сейчас так получилось, что ей нужна определенная сумма денег, а конкретно 240 тысяч рублей, на то, чтобы она жила, процветала, и у нее все было хорошо. Уважаемые гости, мы надеемся на вашу помощь. Не обязательно это будет финансовое, но как минимум эмоционально. Мы хотим, чтобы вы получили удовольствие и эмоциями передали этой маленькой Арине всю свою помощь, всю свою поддержку. И ваши аплодисменты будут очень и очень кстати. Мы готовы начать с первого артиста. Ваши аплодисменты. Поехали. Давайте, давайте, ребята, не стесняйтесь. Давайте сегодня веселиться, отдыхать. Вот уже другое дело. Армяне, поаплодируйте. Сколько вас? Они заполонили всю планету, да. Хорошо, есть ли русское население, русское поколение? Ребята русские, поаплодируйте, посмотрим, сколько у вас. И там тоже половина армян аплодирует, поэтому нас мало. Хорошо, уважаемые гости, как мы сказали, вечер добрый, мы помогаем маленькой девочке, и сегодня мы надеемся, что вы уйдете в максимально хорошем настроении. Вот как вы сегодня уже в максимально хорошем настроении. Хорошо, перед тем, как мы начнем, я хотел бы... давайте сразу начинать.
Первая участница, которая сейчас выйдет и подарит нам своим вокалом потрясающее настроение, потрясающий заряд эмоций, и насколько вы начнете ей аплодировать, настолько хорошо она выступит. Уважаемые граждане, певица, финалистка проекта «Голос Армении», молодая артистка с голосом, достойным лучших мировых оперных сцен и эстрадных площадок. Ребята, читаю по сценарию, ничего не придумываю. Девушка, чей голос волшебство магии и настоящее богатство. Ребята, давайте встретим как следует. Вместе, я думаю, что у нее будет музыкальный номер, она не будет одна. Нелли Месропян на этой сцене, ваши аплодисменты, добрый вечер, поехали! Нелли, вот она. Она выходит, посмотрите, она выходит с человеком в шляпе, Смотрите, человек из H&M. Нет, это дорогущая шляпа. Привет, добрый вечер, здрасте. Как у вас настроение? Отлично. Давайте так, как вас зовут? Ярослав. И Нелли, как вас зовут? Наверное, Нелли. Нелли, ну вот и представились, да? Смотрите, сразу видно, артистка, она сразу берет микрофон и хочет держать все в своих руках. Но матриархат перестал сорить в стране, понимаешь? Здесь дело такое, что мужчины правят миром, поэтому, Нелли, тебе слово. Я не против. И забрала у меня микрофон, заметили, да? Вот, я не против, говорит. Нелли, тебе слово, вместе с Ярославом подари, пожалуйста, настроение, эти аплодисменты тебе, мы начинаем, поехали. Нелли Месропян и Ярослав. Ребята будут минут 5 готовиться, поэтому заказывайте, можете заказать. Всем приятного аппетита. Нелли Месропян, Ярослав.
вторая композиция без аплодисментов не начинается. Нелли Виссарион, Ярослав. Ребята, давайте поддержим первую участницу. А я реально гораздо ниже тебя. Нелли Мистропят, ты же модель. Частично. Подожди, это как? То есть где-то ты модель, где-то нет? Подожди. Фотомодель. Фотомодель, да. Я не говорил, что ты моделька, маленькая автомобильная моделька ГАЗ-2106. Нет, ты модель, и у тебя есть Инстаграм, правильно? Да. Ты в Инстаграме, кто-нибудь слышал такую эстафету «Я никогда не»? Ты же в ней участвовал? Да. Помнишь, да? У нас... Перед тем, как мы сейчас немножко тебе зададим вопросы, мы хотели поблагодарить тебя. Это благодарственное письмо от благотворительного фонда «Спеши к добру». Эти аплодисменты и это благодарительное письмо тебе. Ну покажи, сделали фото, посмотри, фото в Инстаграм, а то модель, это ты потрясающая певица. Ваши аплодисменты. Нелли Виссарион, Ярослав, человек с гитарой, он уже убежал. Ага, я понял. А кому понравилось? А теперь внимание, смотри внимательно. Кому не понравилось? Да, это твой брат с сестрой, по-моему, сидят там. Нам не понравилось. Он говорит, она дома лучше поет. Нелли, мы тебе благодарим, спасибо большое. Волнительно вообще первый выступать? Волнительно вообще выступать на таких концертах, так как хочется своей музыкой вдохновлять людей на добрые дела в первую очередь. И музыка для этого, я думаю, создана. Да, музыка для этого создана. Сегодня мы собрались, чтобы послушать качественную, классную музыку. Спасибо тебе. Давай так, инстафет. Смотри, фотография твоя, это ты, да? Мы подготовились. Мы — это я. А что, люди? Люди думают, что мы — это там целая организация. Нет, мы — это я. Ты никогда не
летала на слоне. Это правда? Ну, то есть я читаю то, что у тебя в Инстаграме написано. Ты никогда не понимала математику, это так? О, ненавижу ее. Ты никогда не сидела на радуге. Ты это чушь писала когда? Я просто мечтаю на радуге сидеть. Мечтаешь посидеть на радуге? Ты скитлс переел или что? Хорошо, ты никогда... Нет, я просто с Бобом Марли там пела. С Бобом Марли пела. Угу. Понятно. Ты никогда не пила до беспамятства одеколон. А то есть когда-то пила, но так, немножечко, да? Хорошо, и последнее. Ты никогда не примеряла туфельку Золушки. Она бы не подошла. Вот, так и написано. Она бы все равно не подошла. Посмотрите на нее, Нелли Мистровен. Давайте поаплодируем. Фотомодель, певица, потрясающий вокал. Начинал у нас джаз, благотворительный концерт. Нелли, спасибо тебе. Аккуратненько спускайся, я тебе помогу. А то люди думают, что да, я такой единоличник. За внешний вид отдельно мужские аплодисменты сейчас должны быть. Нелли Мистровен, фотомодель. Все серьезно. Итак, граждане, мы хотели бы сейчас услышать тех людей, которые организовали это, Ну, естественно, клуб Алексея Козлова распростертыми объятиями встретил сегодняшний вечер. Как вы думаете, сколько сегодня нас по количеству людей? Прям с места называйте. 70 человек, говорит, я 70 покупал билетов. 55 человек, любитель точных цифр. 120, просто назвал свой пульс. Да. 120 на 80. Хорошо, нас сегодня около 130 человек, так мне подсказывает мое зрение, но примерно так. И часть из этих людей — это люди, которые организовали 5 лет назад фонд «Спеши к добру». Поаплодируйте сейчас те, кто участвует в этом фонде. Ребята, этот фонд действительно уже 5 лет, зарегистрирован он недавно, но активную деятельность он ведет уже более 60 месяцев, да, примерно столько, это 5 лет, и в задачи его входит помогать не только маленьким, но просто нуждающимся людям. Сбор средств на лечение и реабилитацию больных людей, помощь детским домам и помощь малообеспеченным семьям. Действительно, каждому из нас иногда нужна помощь, и без помощи наших близких, помощи наших родственников, братьев, ахпериков, всех вот этих людей, которые собрались сегодня, иногда не получается. Поэтому сегодня мы сможем поучаствовать в жизни и в судьбе маленькой Арины. И если вы хотите поучаствовать финансово, то вы можете сделать это на нашем благотворительном столе, который находится по левую руку от меня. Левая — это вот это, если что. Вот в том конце, где фуршет, там же стол для благотворительности. Вы можете поучаствовать там, также купить сувенирную продукцию. И, внимание, все деньги, которые сегодня собраны, они пойдут на благотворительность. Пойдут маленькой девочке Арине, но ей 2 года, поэтому, скорее всего, маме. А то в 2 года я бы купил себе машинку в детском мире. Вот. Поэтому маленькая Арина нуждается в нашей помощи. Мы продолжаем наши аплодисменты. И эти аплодисменты – коллективный подарок маленькой девочке, которой нужна помощь. Ваши аплодисменты мы продолжаем, ребята! Итак, ребята, сейчас на эту сцену выйдет потрясающая певица, я с ней уже давно знаком, и я с умилением смотрю на ее потрясающий вокал. Певица, финалистка телевизионного проектора X-Factor, сейчас начинают люди аплодировать, те, кто смотрели когда-нибудь X-Factor Армении, внимание. Талантливая, с потрясающим вокалом, проникновенным голосом, это действительно так, вы сейчас увидите, проникать прямо в ваши уши, в ваши ладоши и в ваш салат «Цезарь», если вы его заказали. Ребята, Карина Томасян на этой сцене, мы аплодируем ей, девушка, которая сейчас поразит вас своим вокалом. Вот она идет, посмотрите, очаровательная, красивая, потрясающая. Карина, поднимайся к нам. Мужчина, начинайте аплодировать Карина Томасян на этой сцене. Поехали. Карина, тебе слово. Добрый вечер всем. Спасибо, что пришли. Я хочу пожелать всем хорошего вечера, отличного настроения и... чтобы в сердце каждого человека было маленькое-маленькое добро, которое в каждом из вас есть, потому что каждый из вас пришел сегодня сюда, и каждый из вас внес свою маленькую лепту в помощь нашей маленькой девочке. Спасибо.
Ребята, Карина Томасян, ребят на этой сцене, давайте поаплодируем так, как следует. Карина, ну потрясающе, слушай, ну просто великолепно. Это не твои педальки, нет? Не твои педальки, нет? Не твои. А, Карина, давай так, мы, во-первых, тебе выражаем благодарность под овации всех гостей, благодарственное письмо за то, что ты сегодня здесь, поучаствовал в благотворительном фонде. Спешить добру и согласилась помочь маленькой девочке и всем нам. Спасибо всем тем, кто сюда пришел, чтобы помочь. Вот ты умничка какая, вот ты моя хорошая. Карине, давай так, Авсеп, куда ушел? Садись сюда, да, садись за барабаны. Мы хотим немножко поимпровизировать, куда ты убежал. Давайте поблагодарим наших ребят. Музыкальное сопровождение Авсеп Марян, он еще нас порадует своим вокалом. Давай немножечко сделай бит какой-нибудь. Ну так вот, хлопаем, вот такой вариант. Давайте похлопаем бит музыки. Разогреем немножко свои ладоши, мы просто так что ли пришли. Хлопаем, друзья, для нее, для меня, для нее и для вас. Хлопаем. Абсолют, красота, ускоряй. Давай, можно вас услышать, граждане армяне, отдыхающие. Другое дело, разогрелись немножко, а то ребята вон там сидят, пятером мальчишник устроили, они 23 февраля отмечают, у них там сосисочная вечеринка такая, да. Давайте так, поблагодарим за импровизацию Кариной, потрясающе. Как твоя жизнь поменялась после вот финала проекта «Голос Армении»? А у тебя есть микрофон? Я привык уже. Как она? Как? До и после? Спасибо. Карина Томасян, поаплодируем. Это не первый раз. Карина, ну давай, расскажи пару слов. Да что рассказать, все прекрасно, все хорошо. Все, пару слов, да, четыре. Пару слов, давай сделаем, да, фото, новое фото для Инстаграма. Это видео, да, я хотел. Да, у нас, кстати, вот идет съемка, посмотрите, у нас впервые уникальный случай, кроме того, что у нас идет фото и видео, у нас еще есть фотоаппарат, который с закрытой крышкой нас снимает. Я не представляю, да? Это твой. С закрытой крышкой он снимает. Это селфи твой? Леди, которые сзади сидят, вас поснимают, будьте аккуратнее. Карина Томасян, ваши аплодисменты!
Карина, спасибо большое тебе, аккуратненько спускайся, потрясающе выглядишь. Мы продолжаем, и сейчас немножечко мы добавим официальной части, и эта официальная часть будет от человека, который организовал этот фонд. Спеши, нет, она говорит, нет, нет, нет. Ребята, поаплодируем нашей прекрасной и очаровательной. Ну, давайте встретим как следует. Ребята, встретьте, пожалуйста. Сейчас выйдет на эту сцену не просто Карина Давтян вместе со своей мамой Гуардов. Нет, не выйдет она. Ну тогда просто выйдет Карина Давтян, ребята, организатор «Спеши к добру». Карина, заходи, пожалуйста, аккуратно, поднимайся. Смотрите, вы сегодня вы подбирали, да, все так стильно выглядите, все красивые, смотрите, девушки джазы готовились, ну все красивые, все в своих лучших нарядах, мужчины, посмотрите, подкачанные, клеты немножечко скрипостились, говорит, я сейчас выйду на пляж, всех покорю девчонок, ну это вот там ребята мне так говорили, я не знаю, я ничего не придумал. Ребят, я передам слово, Карине, тебе слово, этот или этот микрофон, давай. Во-первых, здравствуйте. Я рада видеть много красивых лиц, правильно сказал Юра. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас, потому что у нас бывают разные мероприятия, приходят разные люди. Я всегда хочу вам донести, что вы приходите, вот вашим приходом, именно вашим приходом, исцеляются люди, исцеляются сердца. В данном случае я хочу, чтобы мы еще раз вспомнили, как мы долго и вместе помогали астме, и которой пересадили печень, и она теперь здоровый человек. Хочу, чтобы мы все порадовались за нее. Цель 2 миллиона рублей были собраны. Теперь у нас другая девочка, точнее две девочки. У нас есть и Арина, и Виолетта. Обе как бы ждут нашей помощи. Я хочу подчеркнуть, что вы все, которые сюда пришли сегодня, вы ей помогаете. Спасибо именно вам, потому что вы делаете эту помощь сегодня. Вот. И, знаете, я хочу поблагодарить свою команду. Я не хочу рассказывать о нашем фонде. Я думаю, что если нужно, вы каждый из вас может зайти на нашу страничку ВКонтакте и почитать, и присоединиться. Мы будем очень рады. Я хочу поблагодарить свою команду в лице Сони. Соня, можно тебя сюда? Вы знаете, что без руководителя ни одно мероприятие не может состояться. Руководитель на данный момент Соня. Поэтому я хочу, чтобы все аплодисменты сейчас направились именно на нее. И мы вместе с Соней хотим сделать маленький сюрприз. Юр, можно нам сюрприз сделать? Нет. Нет? Как нет? Да, можно. У нас есть девочка, которая в нашей организации, и у нее был день рождения. А у нас такое, как бы так сказать, традиция. Мы дарим тортики, но тортики разные, необыкновенные. Для каждого характера. Можно торт в студию? Я всегда видела такие торты в Инстаграме. Вот. А теперь я вижу вживую. Элеонора Бабаян, выходи, мы тебя поздравляем с прошедшим днем рождения и поем. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Eleonora. Happy birthday to you, Дуй. Ну, Юр, что мне еще нужно сказать? Скажи. А, я должна сделать, как бы это, как? Давайте так, еще раз аплодисменты бурные, продолжительные нашей имениннице. Потрясающе. Я надеюсь, там кому-нибудь перепадет из организаторов. Ну, посмотрите, она же не готовилась, она не знала, что ее посадят в первый ряд, и она вот тут сидит вот так вот, и неожиданным образом, чудесным, чудо-чудо, дивно-дивное. Так получилось, что именно ей сегодня удалось получить этот торт. Сколько тебе лет? Спасибо, не отвечай. Ребята, давайте поблагодарим Карину Давтян. Карин, спасибо большое тебе. Так, присаживайся. А мы картину сейчас можем, да? Принеси, пожалуйста, граждане отдыхающие. Давайте так, смотрите, сегодня Карина полностью в зеленом.
Сегодня еще очаровательная леди была только что полностью в красном. Если, Ириш, ты сейчас выйдешь, мы сделаем светофор. Будет потрясающе. Желтый, красный, синий. Девчонки запивают уже, смотрите, водку вином запивают. Боже мой, говорит, киндер-сюрприз, я же на диете. Что ж делать? Девчонки, мальчишки, давайте сегодня получим удовольствие, а сейчас мы хотим немножечко помочь финансово очаровательной Арине, которой... Кстати, давайте так, кто-нибудь знает, что такое нумерология? Кто-нибудь увлекается нумерологией? Поднимите руку. Вот, раз у нас есть. Кто-нибудь знает, что такое наука нумерология? Понятно, прям молодцы, ребята, подготовились. Хорошо, есть такое приложение, абсолютно бесплатное, называется «Нумерология», как ни удивительно. Оно определяет будущее и вообще, что вы должны сделать в этом мире, чтобы с наименьшим сопротивлением идти по своей судьбе и узнать свое предназначение. И перед тем, как мы разыграем на аукционе эту картину и поможем маленькой Арине, я вбил ее данные. Двое данных всего нужно. Это в свидетельстве о рождении фамилия, имя, отчество и год рождения. Я попросил как раз таки у нас у Вероники. Итак. Хожакян Арина Микаэловна, это девочка, которой мы помогаем. Как я и сказал, 24 апреля 2014 года она родилась. И если вы вобьете в приложение нумерология ее данные, то вы увидите, для чего маленькая Арина появилась на свет. И я, честно говоря, не верил до того момента, пока не проверил на себе. И там все четко было прописано про меня. Есть бесплатное приложение, и за 15 рублей вы можете узнать свое будущее. Так вот, мы вбили, и здесь написано так. Маленькой Арине, я буду переводить, чтобы не было этого там, вам нужно. Итак, окружающие воспринимают Арину веселым человеком, магнетической, дружелюбной и оживленной личностью. Им кажется, что Аринина жизнь сплошной праздник. Не остается незамеченным, что Арина прекрасный собеседник, всегда готова рассказать что-то новое, кроме сплетен, которыми она никогда не интересуется и тем более не разносит их. Арина замечательна, очаровательна, привлекательна, с большим запасом оптимизма. Ее энтузиазм заражает ваше умение владеть словом, то есть Аринина, восхищает, а Аринина чувство юмора делает ей честь. Ребята, здесь очень много всего написано и еще кое-что. Арина относится к категории руководителей и обладает прекрасными организаторскими способностями. Я уверен, что мы сегодня наберем нужную сумму, Арина будет жить здоровой, красивой, прекрасной, очаровательной леди, и она присоединится в ваши ряды, фонд «Спешит к добру». Кто хочет проверить абсолютно бесплатное приложение, можете подойти ко мне, я покажу, что я зачитывал. А сейчас я хочу, чтобы мы поаплодировали маме Карине Давтян, ее зовут Гуар Давтян, которая нарисовала эту очаровательную картину. Можно нам в студию его вылезти? В студию такое ощущение, что я сейчас... Так, да, покажи всем это произведение искусства. Граждане, уважаемые, отдыхающие, джентльмены, леди, давайте поаплодируем за прекрасное творчество, во-первых. Угу. Как мы и сказали... Во-первых, все деньги, которые получены и собраны сегодня на благотворительном Jazz Magic концерте, они пойдут маленькой Арине. И вот эту картину мы хотим разыграть от бизнес-коуча, от творческой личности твоей мамы Гуар Давтян. Я хотел бы, давай так, назовем стартовую сумму, от которой мы начнем, но чтобы это было, по крайней мере, близко к тому, к той сумме, которую мы хотим собрать. Давай так, 8000 рублей, как написано в сценарии, да? Уважаемые граждане, эта картина, ты можешь в двух словах рассказать, пока первый человек поднимет руку и будет готов дать 8000 рублей за это произведение искусства? Карин, можно пару слов, пожалуйста? Ну, как вы видите, что здесь изображена осень. Моя мама очень любит изображать осень, она любит эти краски, такие красные цвета, оранжевые. Я не просто так вызвала нашу Анаиду, потому что она прекрасно сочетается, и точнее, картина с ней сочетается, или она сочетается с картиной. В общем, картина про осень. У нее есть также философские картины, которые будут представлены. Если кого-то интересует абстракт, он будет чуть попозже, вы можете подождать. Ну, а вот это как бы пейзаж, это природа, это осень. Да, Ир? Давай назовем картину «Цветы в саду», да? Это осень, а мне написано «Цветы в саду». Ну ладно, черт со сценарием, все. Ой, я слух сказал, да? Ребята, 8000 рублей стартовая цена, и все деньги, естественно, идут в нашу копилку благотворительного фонда «Спеши к добру», и от «Спеши к добру» мы, естественно, передаем все деньги маме маленькой Арины. Давайте так, есть ли у нас люди, которые готовы пожертвовать 8000 стартовая цена, картина «Осень» от человека, который уже произошла первая выставка? У меня же была уже выставка. Это не просто картина, которая нарисована была накануне,
Ребята, не подумайте, что у нас тут все какие-то детский сад. Серьезное творчество. Если есть ценители, поднимайте руку, мы узнаем, что вы именно готовы пожертвовать 8 тысяч рублей. Это стартовая цена. Давайте, кто готов, ребята, выше руку, мы не будем сильно акцентировать внимание. Хотя нет, будем, раз вы готовы пожертвовать финансово, то давайте. Есть ли люди, которые... Во-первых, всем ли хорошо слышно, да? Такой был вопрос. Нормально слышно или говорить помедленнее? Я могу вообще молчать, мне это даже нравится. 8 тысяч рублей, стартовая цена. Кто готов дать? Ребята, можете скинуться, потом разрезать пополам. Кому-то осень, кому-то сад. Там нормальная тема. Подписано, это ГУАР, да? Это же на армянском. Кто умеет писать или читать на армянском? Поднимите руку. Ты фотографируй, Артур, что ты поднимаешь руку. Хорошо. Граждане, 8 тысяч рублей. Есть такие суммы? Вот, посмотрите, мужчина, вы не просто хотите что-то заказать, вы действительно готовы дать 8 тысяч рублей. Посмотрите на этот человек, Брюс Уиллис нашего вечера. Вот он, посмотрите, сидит. Привстаньте, пожалуйста, мы его поаплодируем. Просто привстаньте, вы пока еще ее не получили. Я пошел к вам. Я просто подойду к вам для того, чтобы посмотреть на ваши честные глаза. Не обязательно говорить. А, вот поэтому вы один сидите, да? Все убежали. Как вас зовут? Рафаэль. Ну, не Бенитос, нет? Не Бенитос. И не Санти. Это самый популярный вопрос Рафаэля. Рафаэль, вы действительно готовы дать 8 тысяч рублей, правильно, за это прекрасное творчество? И вы не являетесь родственником, не являетесь супругом Гуарда Овсян, нет? Просто уточняю. Я просто лишь уточняю, что у нас здесь все честно, как на Евровидении. Итак, Рафаэль дал 8 тысяч рублей. Раз. У нас все очень просто. Я считаю до трех, если никто не перебивает Рафаэля ставкой больше, чем 8 тысяч. Ну давайте так, что это не было 8 тысяч и 1 рубль, как это любители делать армяне, да? Вот. Ну минимальный шаг, давайте, 1000 рублей. Если вы даете 9, то вы перебиваете Рафаэля, а Рафаэль остается без картины и с 8 тысяч рублями. Итак, Рафаэль 8 тысяч. Раз. Здесь должна была быть барабанная дробь. Рафаэль 8 тысяч. Два. Спасибо большое. Очаровательно. Это ради тебя я работаю, подруга. 8 тысяч Рафаэль дал, и первый на первом аукционе первый лот достается Рафаэлю. 3 продано! Ваши аплодисменты Рафаэлю! Давайте, либо мы Рафаэля пригласим. Как вам? Лучше сюда, да? Ну, знаете, такое у нас правило, деньги вперед, Рафаэль. Да, говорит, правильно, а то знаем мы эти схемы. Говорит, я купил, а потом я на карту скинул, карта заблокирована, я маэстро делаю на электрон, и потом забыли. Деньги, благотворительный фонд, 10 тысяч, ну да, вам нужна сдача, правильно? Не нужна сдача? Рафаэль Ватов, потрясающе. Как вы поняли, 2000 сейчас было за доставку, Рафаэль. Очень недешевая доставка в нынче в клубе Алексея Козлова. Эти аплодисменты мужчине, настоящему финансовому монстру этого вечера. Брюс Уиллис или Вин Дизель. Можно называть его многими словами. Они пришли вдвоем, но я надеюсь, вы, ребята, просто дружите. Аплодисменты Рафаэлю, мы продолжаем. Ура! Ох, ребята, началось, конечно, все очень здорово. Правда. Где сценарий? Вот сценарий, ты же печатала. Итак, граждане. Уважаемые, дорогие мои, хорошие, любимые, мы сегодня будем называть вас очень ласковыми именами. Я помню, да. Сейчас выйдет человек, который, на первый взгляд, он юн, он молод, но на самом деле, да, потрясающе талантливый человек. Он не певец, хотя, мне кажется, если он запоет, будет еще лучше. Человек, который поражает, и сразу хочется отметить то, что этот человек играет на таком инструменте, который присущий джазу в первую очередь. Это какой инструмент? Спасибо, отлично, ты прям в курсе всех событий. Ребята, это саксофон. Это человек, который, мы с ним уже давно знакомы, и он, я не побоюсь этого слова, харизматичен, молод, талантлив. Он сейчас выйдет на эту сцену. Давайте встретим аплодисментами. Ребята, появляется на этой сцене Нарек. Фамилию знаем? Ну? Кто Нарек? Принц Нарек на этой сцене, аплодируем, потому что сейчас он появится здесь. Принц Нарек, вот он, привет, принц, привет. Посмотрите, это принц, чтобы вы понимали. Это Нарек, это саксофон. Нарек, правда ли ты, что ты участвуешь 3 июля в празднике Вардавар, да? Да.
где тысячу армян будут обливаться водой, обливаться шашлыками, и все это будет происходить под концерт, и ты будешь там тоже выступать, правда? Ты представляете, вот Нарека, который облился водой, облился шашлыками и играет на саксофоне. Не знаю, как это будет 3 июля на празднике Вардавар, на армянском торжестве, но сейчас Нарек, пожалуйста, сделай то, что ты умеешь. Принц Нарек на этой сцене, ваши аплодисменты, саксофон, поехали! Thank you.
Да, ваш аплодирует, продолжаем аплодировать. У нас еще одна композиция, да? Нет, все. С Лианой? Тише, не выдавайте сюрпризы, это с Лианой сейчас. Ребята, мы сейчас устроим, да, небольшой такой дуэт. Давайте за музыкальное сопровождение. Как называется этот инструмент, как вы думаете? Контрабас! Человек, который купил его, да? Контрабас, да. Как называется этот инструмент? Саксофон! Какой саксофон? Синтезатор, ты что? Я не вижу просто, потому что ты ешь, вот почему. Синтезатор, саксофон, барабаны и контрабас. Ребята, давайте пригласим на эту сцену очаровательную певицу. Девушка, которая недавно дала сольный концерт. Она у нее был, правильно, в Дубраве, на который я не смог попасть. Звонил ей, говорю, я буду, а потом нет, не буду. Так обычно армяне делают. Уважаемые гости, граждане, вы сейчас будете удивлены потрясающим вокалом. Очаровательная девушка, она прекрасна, она юна, она хороша, она молода, она совершеннолетняя. Уважаемые граждане, гости, отдыхающие, Лиана Араян на этой сцене вместе с принцем Нареком. Лианочка, привет, прекрасно, очаровательно. Я боюсь даже смотреть. Ну, давайте поаплодируем, чтобы они начали. Давайте, как следует, ребята, будьте активными. Кто сегодня будет больше всех? Добрый вечер. Можно я уберу стулочку? Это не ну, я не гордый. Спасибо большое, что пришли. Я очень рада, что наши ребята ходят на такие мероприятия, помогают детям. Спасибо. Как ваше настроение? Давай, Лен, поработай, да. Давай ты со мной поработаешь. Это твоя профессия. Давай. Моя тоже частично, правда. Спасибо. Лен, ну не забывай, это не сольный концерт, да? И не мой, да. Кто уже слышал творчество Лианы Араян? Давайте похлопаем. Посмотрим, сколько твоих. На все благотворительные концерты, пожалуйста. На все благотворительные концерты. За это никто не помнит. Да потому что, ребята, да, вот кто сегодня не будет жертвовать какими-то финансами, кто сегодня ничего не заказывает в клубе Алексея Козлова, и дабы себе получить. Короче, ребята, встретимся в аду, так мне говорил мой, да. Да, мы не будем жестокий. Это говорить. Да, жестокий, суровый, но хочется помочь маленькой девочке. Правда. Арина, 240 тысяч. Нас сегодня 120 человек, ребята. Каждый по 2 рубля скинет. Блин, и вот и все. Я лично пойду и скину 2 рубля. Вот кто-то за доставку там 2 рубля получил. Вот, а кто-то просто придет и поможет какой-то финансовой помощью, и все у девочки будет хорошо. Ребята, самое главное, как написано в Библии, это человеческая жизнь. Никакие фрукты, никакие салаты, ничего не перестоит перед маленькой жизнью маленького ребенка. Ребята, поаплодируем, ребята начнут. Принц Нарек, Лиана Араян на этой сцене, контрабас, саксофон, синтезатор и барабаны. Поехали! Make it.
Спасибо. Лен, будет еще? Да, будет. Будет? Да. Ну давай, порадуй. Ребята, хотим продолжение от Лена Райан? Давайте поаплодируем, пожалуйста, Лена. А люди могут танцевать, в принципе? Могут, если могут под блюз танцевать, да. Я что, не могу прыгать? Ну, ты танцуешь, я тоже, поэтому люди тоже могут. Ребята, мы приглашаем вас, если вы хотите, пригласите. Медленный танец. Джаз. Вот, так что я уверена, что она вам понравится. Давайте поаплодируем. Всем привет, дорогие друзья. Я хотел бы вас всех попросить сегодня не грустить, потому что мы пришли сюда веселиться, потому что мы спасаем жизнь. И поэтому вот мы дарим такую музыку, хотим, чтобы вы нас поддержали своим настроением. Здесь тоже на сценарии аплодисменты. Ребята, я...
Да я знаю, я загонял людей, которые стоят на перекуре. Ребята, не душно, нормально? Душно, душно. Можете последовать их примерам. Я так буду сегодня жесток. Нет, подожди, я хотел поинтересоваться. Лян, в твоей семье трое детей же, правильно? Да. Ну, не в твоей, в смысле. Так, и все твои братья и сестры, правильно? Все они занимались в музыкальной школе. Да, у них есть образование музыкальное, они были в школе. Кроме тебя! Ребята, на этой сцене самоучка. Человек, который сам пришел к этому, правильно? Ты же сама выбрала. Это резидент Джаз Паркинг с 2013 года. Я помню, потому что я писал. Финалистка проекта High Superstar. Так? Ну ты мне присылала. Да, да, да. Ты причем не платила мне за рекламу. Не платила ни рубля. Лиана Араян, принц Нарек. И здесь бурные овации. Ириш, найди, пожалуйста, благодарственные письма для этих двух прекрасных людей, которые в дуэте. Вы в первый раз в дуэте выступаете? Нет, мы давно выступаем. У тебя есть свой микрофон, да. А вот у него тоже есть свой микрофон, смотрите. А, ребята, приходите на мероприятие принца Нарека и на мероприятие, где Лиана Араян выступает. Это потрясающие ребята, которые... Ну, я на вас готов ходить бесконечно. Эти аплодисменты вам и благодарственные письма поэтому тоже. Поэтому я не хожу. Лиана Араян, принц Нарек, здесь. Пожалуйста. Да, грамотно, я хотел бы сказать отдельное спасибо организаторам за этот вечер, что пригласили сюда организаторов. Вот. И для меня большая честь, серьезно, вот, находиться на этой сцене и играть для вас. И помогать маленьким детишкам. Спасибо. Ура! Ура! Принц Нарек, это тебе. Еще можно ли что-нибудь скажешь? Вот я смотрю. Лиана, это тебе. Микрофон мы у тебя забираем. Ребята, давайте проведем аплодисментами. Это потрясающий дуэт, сложившийся. Ахтер, я тебя поздравляю. Спасибо. Ты, как всегда, великолепен. Теперь два микрофона. Да. Властью данной мне. Да? А у меня сегодня есть власть. У меня сегодня микрофон. Уважаемые господа, мы немножечко такая, да, у кого-то началась курительная пауза, как есть один человек, который один раз пошел за сигаретами и не вернулся, да. И я думаю, что сейчас люди, которые хотели пойти на перекур, останьтесь здесь, потому что у нас он будет чуть попозже, а на этой сцене сейчас тоже выйдет прекрасная артистка. Человек, которого я сейчас представлю, нуждается в ваших аплодисментах не менее, чем принц Нарек и Лиана Араян. Ребята, этот голос, который покорил многие сердца и подвластны музыкальные стили, такие как поп, джаз, R&B, soul, фанк, победитель и призер многих международных и всероссийских конкурсов, таких как «Я артист», «Усадьба джаз», «Роза Хутор 2016», «Браво Армения», «Новое поколение», «Джаз Парк», театральные ансамбли на этой сцене. Давайте поаплодируем, кому-то понравилось. Лилит Мхитарян, ваши аплодисменты, встретьте! Лилит! Ну, мы наслышаны о тебе, мы наслышаны о твоем супруге. А у тебя же есть супруг? Рубен. Человек мой коллега. Давайте поаплодируем. Рубен, ведущий, человек, который понял, что надо снять крышку с водоаппарата, чтобы он снимал. Рубен Мхитарян. Ваш аплодисмент этому человеку. Он потрясающий концерт и ведет. Да, да. Ну ты же тоже, мы коллеги. На этой сцене Лилит Мхитарян, твоя очаровательная супруга и по, как получилось, по совместительству певица вместе с ребятами, которые сегодня отвечают за музыкальное сопровождение. Мы передаем тебе слово. Спасибо огромное. Спасибо, друзья. Я надеюсь, я смогу внести какую-то маленькую частичку в то, чтобы маленькая девочка была здорова. Я вообще считаю, что все должны быть здоровы, взрослые, дети. И я надеюсь, что нашими молитвами все будет прекрасно. Спасибо. Señor, please.
Thank you.
Лилия Мухитарян, эти аплодисменты продолжаются и продолжаются специально для тебя, потому что мы тебя еще раз благодарим, спеши к добру говорить спасибо большое, Лилия Мухитарян, и всему коллективу от Лилит. А мы сейчас, знаете, еще какую штуку сделаем? Уважаемые посетители, все, кто в первый раз в клубе Алексея Козлова, поаплодируйте. Остальные что, работают здесь? То хорошо, кто неоднократно был в клубе Алексея Козлова? Сам Алексей Козлов, просто, я так понимаю. Хорошо, а мы сейчас еще один сюрприз сделаем от фонда «Спеши к добру». Мы хотим на эту сцену пригласить, это не человек, это торт. Давайте поаплодируем. Торт от «Спеши к добру». Давайте, это не финал, ребята, не думайте, что это конец, мы просто хотим... Этот торт вынести на эту сцену. Давайте здесь. Я не настаиваю, но аплодисменты звучат вновь. Спеши к добру. Вероника выносит этот торт специально для благотворительного аукциона. И мы сейчас его, как вы догадаетесь, на правах аукциона разыграем. Давайте мы покажем этот торт. Ой, батюшки, боже мой, ничего себе. Ребята, если кто видит, то на нем... Как на афише изображено Jazz Magic и, естественно, все артисты, которые слушают. Боже мой, я не знаю, боже мой, приятно, чертовски. Ребята, благотворительный аукцион, и этот торт заберет тот человек, который готов дать, ну давай, стартовые 4000. Давай. Люди думают, что это куда-то идет, это идет все от фонда «Спеши к добру» маленькой арене. Я подошел, кстати, вы можете приобрести символику, армянскую символику, сувенирчики, подарки, картины, бейджики, номерки, видеорегистраторы. В общем, все там, ребята. Подходите, и все вырученные средства пойдут на благотворительность. Кто готов дать и забрать этот прекрасный торт с изображением Jazz Magic за 4000? Поднимайте руку вверх. Кто есть такой смелый человек? Человек сладкоежка по-любому должен быть. 4000, вот человек, смотрите, хочет накормить весь столик, потому что понимает, что фруктовая тарелка 530 рублей, а торт всего 4, и тут 5? 5000? Вы пришли вместе? Вы вместе и друг друга перебиваете. Люди, которые не разобрались в своей ситуации, 5000 дает молодой человек. Посмотрите, этот коммерческий директор клуба Алексея Козлова, такое ощущение. 5000 за этот прекрасный торт Jazz Magic дает раз. Есть сладкоежка еще, вот он, посмотрите, вот он. Вы пересели? Нет? А, нет, Рафаэль все-таки тут. Как вас зовут? Акоп? Акоп, смотрите, я просто назвал любое имя и попал в Акоп. Акоп, спасибо. 6000? 6000 дает Акоп раз, ребята. Сориентируйтесь как-то. 6000 Акоп дает раз. Я, да, я повторил? Ну, окей, дадим шанс еще поучаствовать в аукционе. 6000. 2. 7. 7000 евро дает молодой человек, посмотрите на него. И пошел, сел, говорит, нет, это не я. 7000 рублей дает, правильно? Как зовут? Анатолий? Как вас? 10000 Эдуард, так написано у него в паспорте. 10000 Эдуард, раз. Ничего себе, 10000 за торт. Давайте поаплодируем сразу аплодисментами. Заочно, заранее, за 10000, который человек... Понимает, он понимает вкус этого всего торта. 10000, Эдуард, раз. 10000, Эдуард, выше, говорит. 12. 12000, Акоп, раз. 12000, Акоп, два. 15000. У меня такое ощущение складывается, что... Мы все смотрим на этот торт, но никто не знает, с чего он сделан. Почему за него дают 15000? Эдуард готов дать 15000 раз. 15000 два. И если... Я надеюсь, что там все легально. Мало ли, люди думают, что 15000, а он сейчас еще и заработает на нем. 15000, если никто не готов дать больше 16 или 17, то 15000... Три продано Эдуарду! Ваши аплодисменты появляются на этой сцене. Вот он. Смотрите, видно сразу. Бизнесмен, предприниматель. И, конечно же, отправила деньги вперед. И не... Что у тебя написано? Нет, не мне. Благотворительный фонд. Вот Веронике можешь передать, она обязательно подойдет. И давайте сфотографируемся, конечно, новая аватарка для Фейсбука. Теперь придется завести Фейсбук, да, Эдуард?
Действительно, ваши аплодисменты круто. Давайте перед тем, как мы продолжим, и на эту сцену я приглашу уже мужчину, человека тоже талантливого. О нем мы скажем немножко позже. Вот маленькая Арина. Вот на каждую букву мы сейчас произведем. Это не аукцион, это будет ласковый аукцион. На каждую букву имени мы пожелаем Арине. Это может быть прилагательное, это может быть комплимент, это может быть какое-то пожелание. Буква А. Первая буква в прекрасном имени Арина, буква А. Что мы пожелаем Арине на букву А? Можно с места называть, ребята, прям с места. Что желаем Арине? Здоровье. Отлично, на букву А. Прям чувствуется, конкурс зашел, да? На букву А, ребята, какие у вас есть пожелания? Прилагательные. Кто учился в школе? Ребята, вспоминайте. А. Ну, мужчина, на букву А, любое прилагательное. Говорит, подсказывай, я не знаю, говорит, обаятельнее. Что? Артистичная, да, Арина артистичная. Так, еще, на букву А. Ангельский свет падает на Арину. Отлично. За самое оригинальное мы вручим какой-нибудь приз, я что-нибудь придумаю, ребята. На А еще какие-то есть пожелания Арине? Нету, отлично, вообще молодцы, ребята. Буква Р, вторая буква в имени Арина. На букву Р, какие вы знаете хорошие слова? Радость. Так, мы желаем Арине радость. Еще. Давайте по прилагательным. Какие знаете комплименты на букву Р? Итак. С, склерозная. Угу. Хорошо. Какие еще? Ребят, с места называйте, не падайте в обморок, все нормально. Радужная. Радужная. Вы вместе пришли, я так понимаю, да. Вы сестры, они единственное прилагательное на букву Р знают, радужно. Еще, давайте, ребята, подключайтесь. На букву М. Родная. Вот ты моя умничка, смотри, сидит она, машет, родная моя. Хорошо, буква И. Искренняя, вот она ждала этого момента, смотрите, 15 минут сидит, говорит, когда будет буква И? И, искренняя, хорошо, еще какие прилагательные? Интеллигентная, интересная, какие еще? Игривая. Я за вас, да, я за вас подсказываю. Ты говорила игривая? Я говорила игривая. Хорошо. Буква Н. Давайте, последние усилия и последние пожелания. Необыкновенная. Это сейчас про саму себя, да, я смотрю? Любительница сама себе делает комплименты. Необыкновенная. На букву Н. Еще, ребята. Включайтесь. Нежная, да, вот они, девочки, необыкновенная. Необычайная, да. Золотая чаша, золотая. Хочется почему-то спеть. Хорошо, на N еще пару прилагательных, и мы продолжим. Нужно! Нужно! Самое нужное прилагательное, нужное. Арина нам нужна, ребята. Давайте мы еще раз пожелаем Арине, каждый про себя, мысленно, скорейшего выздоровления, чтобы прошла реабилитационный курс, который длится 2 недели, который будет на Кипре, она и отдохнет заодно. Я бы 2 годика на Кипр вообще в легкую бы. Я бы даже не думал бы вообще. Хоть в багажном отделении самолета полетел бы, отвечаю. Итак, ребята, эти аплодисменты маленькой Арине Хаджанян. Мы ей желаем скорейшего выздоровления. Господь вместе с нами. Ура! Мы продолжаем. Давайте сейчас следующего артиста встретим. Талантливый и очень успешный, внимание, пианист и композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов композиции и фортепиано. Вместе с Валентиной Семеновой, лауреатом всероссийских международных конкурсов, музыкальный номер Ерджаник Оганесян и Валентина Семенова. На этой сцене мы вас приглашаем с бурными аплодисментами и овациями. Вот он, Ерджаник. Здравствуй, Ерджаник. Смотрите, человек прямо из Большого театра приехал. Или депутат Государственной Думы, из Госдумы приехал. Сначала один, договорились, слушай, я так понимаю, да, ты любитель брать все в свои руки. Ерджаник Оганесян, ваши аплодисменты, поехали! Тебе слово, Леша.
Теперь мы пригласим эту очаровательную леди в красном платье. Бери микрофон, делай все, что хочешь. Какой микрофон? Какой нравится? У нас схема такая, что нравится. А, какой настроен? Вот этот? Спрашивает человек у ведущего, который приехал за 15 минут до начала мероприятия, да? Скорее всего, да. Да. Ирджаник, ну ты прям смотри, решил ситуацию. Ирджаник, ты сейчас будешь аккомпанимировать. Мы тебе аплодируем. Представься, пожалуйста, еще разочек. Давай я тебе представлю. Все правильно. Валентина Семенова, лауреат Всероссийского международного конкурса. Валентина Семенова, ваши аплодисменты вместе с Евгением Головиным. Ребята, зажгите, пожалуйста. Поехали. Давай мы поблагодарим обязательно
Ребята, то есть такое, во-первых, в конце говорят, что столики, которые сидят на галерке, не очень хорошо слышно. И вот, дабы проявить к ним уважение, мы будем в следующий раз чуть потише, а кто шумит, тот Сергей Зверев. Такое у нас правило. Вот, ну, или кто у нас еще есть такие исполнители? Филипп Киркоров, Элтон Джон. То есть Джигурда подсказывает мне, наконец-таки она вспоминает вот эти комплименты на букву «Д». Джигурда. Хорошо, смотри, я обязательно сейчас найду тебя. Читаю про тебя. Лиза Павлюкова. Это не ты. А жаль. Внимание, внимание. Ержаник Оганесян. Успешный композитор, вокалист, пианист, лауреат всероссийской... Вокалист? Не вокалист? Вычеркиваем. Значит, композитор, не вокалист, но пианист. Ержаник Оганесян. Порция аплодисментов ему. А может, никуда не спешим? Вот. Нет. Вот. Нет. Нету, не судьба. Дорогая моя, как так получилось? На экспромт. Но подожди, правда ли, что... ну давай, пару фактов. Ты дебютировала в 4 года, правильно? Нет? В 6? Неважно. Еще разочек аплодисменты этой прекрасной... А вы не вместе? Нет, ребят? Да, я имею в виду, вы пара? Нет? Вы не пара? Вы встречаетесь? Ладно, оставим это. Сейчас должно было всех вскрикнуть. И мы счастливы. Давайте поаплодируем на этой очаровательной паре. Спасибо большое, ребята, вам. Мы вам аплодируем. И эти благодарности мы хотим вручить. Давайте так, Ирине тоже порция аплодисментов. Она, ну, так получилось, что она сегодня помогает, ассистирует. Ержаник Оганесян получает благодарственное письмо. Он спешит к добру. И, конечно же, Валентина Семенов. Пожалуйста, Валентина, эти тебе. Мы благодарим их. Ребята, давайте громче аплодисменты. Ну, было здорово, согласитесь. Спасибо большое, присаживайтесь, получите удовольствие и не шумите. Угу. Ребята, мы сейчас дальше готовы продолжить. Меньше слов, больше музыки. Ведь так? Должны были сказать, нет, Юр, давай. Ну ладно, я не гордый. Хорошо, мы пригласим сейчас человека, который, я уверен, что вам понравится. Это не армянка, а может быть и армянка. Дарья Эрлих есть на этой сцене. Дарья выходит на эту сцену. А «Утренняя звезда» — это про тебя? Премия Союза театральных деятелей фестиваля «Театральная весна» — это про тебя? Лауреат фестиваля «Гнесин джаз» — это в Гнесинке, да? Давайте закончим на это. Ребят, поаплодируйте. Дарья Эрлих на этой сцене. Готовь. Пожалуйста, выходи на эту сцену, мы тебя аплодируем. И музыкальное сопровождение вместе с музыкальными ребятами. Апсет. Ну, мы поговорим о них попозже. По сценарию аплодисменты, музыка. Добрый вечер еще раз. Уже много было сразу теплых слов. Я очень рада, что сегодня оказалась на этой сцене и что оказалась причастна к такому, я считаю, очень благородному событию. Спасибо и вам, что вы тоже участвуете в таком делах. Thank you.
Дарья, еще одна песня. Порадуйте нас, а мы порадуем аплодисменты. Большое за зажигательное исполнение, чувствуете эти заслуженные, потрясающие и продолжительные овации. Давайте. Да, это тебе. Здравствуйте, Стасия, я тебе помогу. Я не гордый, я тебе помогаю. Ребята, говорят, что у нас... Говорят, что вот с этой стороны больше людей, но это же не показатель, же правильно? Давайте мы определим, кто с правой стороны, правый или левый сектор активнее, да? Не бог с этой политикой, мы не будем в правый сектор даваться. Давайте мы условно вот по вашему столику объединимся в две группы и поймем, кто же сегодня активнее, правая сторона или левая. Давайте так, правая сторона, вот по мою руку, вот молодые люди, Вероник, все это ваша сторона. Давайте посмотрим, насколько вы активны. Ваши аплодисменты как можно громче. Чем громче, тем активнее. 3, 4, поехали!
Молодцы, ребята, молодцы, помогаете другим. Теперь ответочка от левой половины зала. Ребята, это семейный бизнес, я понял, у них там все схвачено. Хорошо, а теперь попробуем. Сейчас я приглашу специального человека, специального гостя. Этот человек не был заявлен в программе, но эта очаровательная леди подарит нам тоже свое исполнение, и мы сейчас встретим ее, то же самое, что вы сейчас делали, только вместе. Давайте встретим незапланированный гость Ася Гюлумян. С вашей продолжительной и бурной аплодисменты. Ася Гюлумян на этой сцене. Добрый вечер, Ася. Пожалуйста, выходите. Не стесняйтесь, не падайте в обморок. Все хорошо, все свои. Здесь Никита, Стас, Гена, Дюша, Метелкин. Здесь все ребята. У нас снимает нас Первый канал. Ребята, фото и видео чуть позже увидите. Обязательно в группе «Спеши к добру». Ася Голумянс, поаплодируйте. Я искренне вас всех приветствую, дорогие друзья. Но прежде всего пожелаю вам всегда, чтобы вокруг вас была такая теплая, уютная и добрая атмосфера. Но остальное я скажу уже после. Да, да, не стесняйтесь, ребята. Не сдерживайте эмоции. Thank you.
потрясающая, эффектная, искренняя, красивая Ася Голумянц. И здесь, внимание, мама маленькой Арины. Ваша помощь. Еще маленький, попробуем экспромт. Еще один сюрприз, которым даже я не знал. И даже я не знал, он подчеркивает, смотрите. Ребята, давайте поддержим. Такой волны, такой переживание. Эффектная, правда, очень здорово, что получилось. Настоящая, вы мама, правда? Да. Пару слов, она очень скромная мама маленькой Арины Худжанян, которой мы сегодня собрались и помогаем. Давайте поаплодируем. Вот такая должна быть мама, которая все эмоции передает через своей дочке. Карин, пожалуйста. Дорогие друзья, я скажу, что переживаем мы все сейчас шок, потому что вот такая талантливая мама, такая просто непредсказуемая. И просто мы все, вот вся наша организация сейчас находится в большом шоке. И не только прекрасная певица, но и прекрасный врач,
Вот. И поэтому я хочу сказать, что вот такие талантливые люди, я просто рада, что мы знакомы с такой мамой. Спасибо. Мы также благодарим армянский шоу-балет «Тотас», который только что здесь исполнял. Это было здорово, это было круто, только вам нужно пару парней хотя бы отдавать. Есть. Они просто вам ставят хореографию, да, я понял. Вы знаете, я буквально пару слов все-таки скажу, потому что я не могу этого не сделать. Хотя сегодняшнего пребывания на сцене, оно, наверное, для меня самое волнительное за всю мою историю творческой жизни. Я хочу, может быть, это банально, но тем не менее я огромное хочу выразить свои слова благодарности. Искреннее спасибо всем неотъемлемым участникам не только сегодняшнего мероприятия, но, в общем-то, нашей семейной жизни. Я искренне рада, что на нашем пути встретились такие достойные, замечательные собратья, соучастники, друзья. И даже, более того, не просто друзья, это уже стали для нас родные люди, потому что так поддерживать, так воспринимать нашу проблему, нашу боль могут только близкие и родные. Те слова, которые отправляют нам сообщениями, теплые слова, которые адресованы нашей девочке, это очень трогательно, очень волнительно. Я думаю, что она вырастет и обязательно об этом узнает. Спасибо за то, что, казалось бы, молодежь, которая, в общем-то, переживает сейчас самый для себя активный период жизни, студенчества, казалось бы, беззаботность, но, тем не менее, эти люди посвящают себя такому благородному делу. Это действительно заслуживает сильного уважения. И мы, вся наша семья выражает вам особую признательность, особую благодарность. И мы искренне желаем, чтобы у каждого из вас в вашей жизни, если даже были бы трудности, пусть они будут приятными. Если даже встретятся испытания, пусть они будут преодолимыми. Чтобы всегда с вами были такие же преданные, искренние, добрые, радушные люди, как все вы. Спасибо вам огромное. Без комментариев. Спасибо большое вам, Ася. Это было потрясающе, я не туда. Не переживай, все хорошо. Мы продолжаем вам аплодировать. Ась, я попрошу вас на пару слов остаться здесь, потому что мы хотим вынести еще один торт. Давайте мне еще раз поаплодируем. Еще один торт. И мы у вас на глазах. Ась, пожалуйста, чуть поближе. Вы не переживайте. Сейчас ваша задача будет просто показывать пальцем на того, кто будет помогать вашему ребенку. Да? Все очень просто. Вы хотите присесть? Вы стесняетесь, переживаете, не падайте в обморок. Все хорошо. Мы здесь все. Давайте поаплодируем и поддержим нашими аплодисментами маму прекрасной дочки. Присаживайтесь. Все хорошо. Да. Финансовый коммерческий директор. Хорошо. А правда ли, что все вырученные средства идут, я так понимаю, Асе на помощь маленькой Арине? Правда? На данный момент уже есть собранная сумма. Сумма нужна для реабилитации. Вообще, в таком случае, как врач, могу сказать, что это будет помощь не разовая. Помощь будет всегда. И это, знаете, вот у нас деньги это что-то странное. Вроде все стремятся к деньгам, у кого-то есть. Ну, я хочу что подчеркнуть, что это настолько эфемерные такие вообще понятия деньги, потому что когда ты понимаешь, что эти деньги могут спасти жизнь или улучшить ее, ты думаешь, вот здесь нужны они. Поэтому я выражаю как бы благодарность всем вам, потому что именно мы деньгами помогаем, но при этом именно вы, ваши сердца, ваша поддержка и реально то, что Ася говорит, что какие сообщения мы получаем там для здоровья, выздоравливать, какие ободряющие слова от всего мира. Это даже больше иногда, чем деньги. Ну, перейдем к деньгам. А теперь перейдем к деньгам. Да. Вот этот торт клубничный. Ты готовила? Хотела бы такое уметь готовить? Хотя бы клубнику покупал когда-нибудь?
Не доверяю тебе. Ну, я бы тоже тебе не доверял. Тише, аккуратней, торт держи. Ребята, уважаемые, хорошие, дорогие мои, мы начнем этот благотворительный аукцион за этот прекрасный торт. Опять же, достанется он человеку, который любит сладкое, человек, который, возможно, этот торт применит на свой свадебный торт. Сделает его свадебным на своей свадьбе, да? Как ты думаешь, он подойдет? По-моему, подойдет. Он прекрасно выглядит. Гитарки вытащить оттуда и поставить именно молодоженов. И все, будет прекрасно. На все случаи жизни. Держи крепче, потому что первая ставка, с которой мы начнем, сколько, Карин? Пятерка. По-моему, вообще очень адекватно. Такой торт даже не купишь за пятерку. Давайте 5000 рублей. Кто готов получить этот торт? И все деньги перейдут Асе, маме нашей маленькой Арины. Кто готов дать 5000 рублей? Выше руку, и мы начнем наш аукцион. Лес рук. И никакого мошенничества. Итак, я смотрю, мужчина ушел, который хотел дать. Угу, вовремя. Нужно за мужчиной сходить? Почему-то так именно говорил Лариса Гузеева, да, на Первом канале. Нужно сходить за мужчиной. Ась, да, пожалуйста, замотивируйте, ребят. Угу. Не-не-не, я шучу. Это шуток, потому что, честно говоря, это не совсем... Если можно, можем этот торт разделим и все покушаем без всяких аукционов. Это было бы, наверное, более... для нас приятно на данный момент. Да. Давайте лучше сделаем так. За здоровье Ариночки, сладкий торт. Да. А мужчина, который ушел, мы ему на карту пришлем. Давайте так, поблагодарим Арину, и Арину, и маму Арины, Асю за вот это прекрасное доброе дело, которое вы делаете прямо сейчас и здесь. Ребята, всем торт! Ура! Ну, кроме этих. Ну, у вас и так все, вы тут, ребята. У вас киндер. Вы любите киндер сюрпризы? Настолько, что еще ни один не съели, да? Не разрешают? А, он с возвратом? Клевый подарок. А, именинница. Все, я понял. Итак, торт сейчас... Я прям чувствую себя на свадьбе. Сейчас у каждого на тарелке окажется кусочек этого прекрасного торта. Сейчас вынесут чай, кофе, уважаемые граждане. Сейчас мы насладимся. И вдобавок мы этого добавим прекрасного исполнителя, талантливейшего. Ну, я хотел бы, чтобы вышел мужчина, но нет, ребята, на этой сцене сейчас финалистка Института современного искусства. Она поет в стиле поп, джаз, этно, блюз, рок. Победительница и обладательница гран-при фестиваля. Множество международных и всероссийских конкурсов по вокалу, естественно. И она даже выступала в Берлине и в Москве, что даже удивительно, что в Берлине, да? Музыкальный номер солирует Лара Аванесян. Ваша аплодисменты. Лара Аванесян на этой сцене. И у всех окажется сейчас этот кулинарный шедевр. Лара, привет. Тебе слово, Лара. Пожалуйста. И снова добрый вечер, дорогие друзья. Всем приятного аппетита. Я надеюсь, что я как-то разбавлю ваш вечер и добавлю свою вкусную нотку в этот торт прекрасный. Где твои музыканты? А так бывает. Они сделали то же самое, что и ушел. Вот. Мужчина решил вовремя удалиться. Мы приглашаем музыкантов под сопровождение ваших хлопков. Лара, а если я не ошибаюсь, ты также будешь на Варшаву, да? Правда, так? Все так же. Ты фоткалась с Агутиной, правда? С Полиной Гагариной, правда? Ничего себе. А кто фоткал? Киркоров? Я. Ты фоткала просто Агутина и Гагарина. А, вместе с ними. О, серьезное достижение, слушай, Лара. Я очень горжусь этим. Я понял, тут это написано, но самое главное, даже не важно, что певица, лауреат, гран-призер, всероссийский гран. Просто человек, который фоткалась Леонидом Агутиным. Встретите, как следует. Лара Аванесян на этой сцене вместе с музыкальным коллективом. Поехали! Mystery.
Vivre un love. What have you done to me? I will show tender to you again. Ring my song. Все, поэтому я попрошу вашей поддержки. Я очень хочу, чтобы вы мне подпевали. Hit the roll, Jack! Oh, yeah! Come on! А кто знает слова, поаплодируйте. Кроме Hit the roll, Jack. Don't come back no more, no more, no more. Вот кто после этого знает? Ладно. По-любому все знают, все хлопают, мы будем подпевать. Лично я буду. Поэтому будьте аккуратны. Буду отвлекать всем от вас. Don't spend so mean, you're the meanest old woman there.
Лара, потрясающе, Лара, великолепно. Давай, оставь себе микрофон, давай мы сделаем так, ты начнешь петь, а мы будем петь уже акапельно всем залом. Ну, так попробуем. Киркоров, да? Сначала я. А он так делает, да? Ну, да. И тут такой Басков пошел цветы собирать. Лара, в первую очередь мы благодарим тебя. У тебя, ты же еще обучаешь, да, детей? Не только детей. Начала обучать, у тебя есть вокальная школа, и ты пошла, ну не вокальная школа, тебя просили в Инстаграме, ты пошла на встречу этим людям и сказала «да», ребята, я вас научу петь. Постараюсь. Отлично. Давай, начинай, мы начнем, как у нас было, две половины, начнет половина с правой стороны петь, потом левая. Готово? Хит, и дальше, ребята, с бомбем. Три. Так, сначала правая, левая? Это правый сектор. Крым наш, ты нормально, и левый сектор. Окей. Поехали. Итак, правый сектор готов? Не-не-не, правый сектор сейчас, они думают, что заказать. Еще раз, правый сектор! Левая часть зала! Понятно. Короче, правый только, ребят. Правый, поделитесь на два сектора. Нет, давай, попробуем все вместе, хором споем эту песню. Ты начинаешь, а я буду подходить и кого-то просить пробивать. Пробивать и так далее. Начнем с тебя. Hit the road, Jack. Hey, don't you come back no more. Еще раз. What you say, hit the road, Jack. Hey. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Мальчишки, давайте. What you say? Ребята, пришли отдохнуть нормально. Круто, отстойно, но круто, мне понравилось, молодцы. Лара, тебе аплодисменты, спасибо большое тебе, я тебе желаю такой красный очаровательный муж, поздравляю, спускайся, смотри. 18 лет она подбирала, чтобы сегодня одеть этот прекрасный стих. Но, потому что если ты сказал 20, ты сказал, нет, не 20, мне было 18. Да. Не надо выдавать свой возраст, мы это вырежем. Лара Ванесян была на этой сцене, поаплодируем и продолжаем. Ребята, сейчас выйдет на эту сцену человек, который уже раз 7 был на этой сцене, но он оставался за кулисами. За кулисами, за барабанами. Но он талантлив не только как барабанщик, но он талантлив как еще и вокалист, и со своим живым бэндом. Он выступал на этой сцене, сейчас мы его пригласим. Ребята, Офсет Морян на этой сцене, ваши бурные продолжительные овации. Офсет, тебе слово. Сейчас не только будут барабаны, правильно? Сейчас будет вокал. Оу, oh, yeah! Ребята, посмотрите. Микрофон вытащите. Давай, поможем, давай. Итак, Офсет Морян, кто с ним всем знаком? Всем добрый вечер еще раз. Я удаляюсь. Да, я присоединяюсь ко всем уже сказанным словам. Спасибо всем, кто организовал этот вечер. Вы делаете очень хорошее дело. Дай бог вам успехов в вашем деле, чтобы в будущем вы могли помогать многим-многим другим нуждающимся детям. Сейчас небольшая настройка. Первая песня будет называться «Sorriu para mim» на португальском языке. Кто-нибудь знает такую песню? Я знаю, ты была на моем концерте, поэтому знаешь. Денис, ну как дела? Нормально? Почти. Sorri para mim, não disse nada, porém feito um jeitinho de quem quer voltar. Dançava com alguém que me roubou seu amor. Agora é tarde demais, não sofro mais essa dor. Sorri para mim, não disse nada, porém fez um jeitinho de quem quer voltar. Dançava com alguém que me roubou seu
seu amor. Agora é tarde demais, não sofro mais essa dor. É tarde, arranjei um novo amor. É tarde, arranjei um novo amor. Sorriu para mim, não disse nada por ele. Fez o jeitinho de quem quer voltar. Dançava no vinho por seu amor. Agora é tarde demais, não sofro mais essa dor. Sorriu para mim, não disse nada. Agora é tarde demais, não sofro mais essa dor. É tarde, arranjei um novo amor. É tarde, arranjei um novo amor. Вторая песня называется «Флор де Лис». Onde foi que eu errei? Só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será que queria eu ser coisa boa? Eu sei que eu aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo muda de vez. Onde foi que eu errei? Só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Thank you.
seguir. Aconteceu, mas não sei o que ver. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu amei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. Meu destino não quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que vi nossa mão na poeira, poeira, montou na beleza via de Maria. É o meu jardim da vida, o pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. É o meu jardim da vida, nesse corpo meu. O pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Ei, 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 ei. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Я вижу Юру уже здесь. Привет, Юр. Еще раз. Привет, Абсурд. Привет. Ты что, помнишь, как меня зовут? Очень приятно. Абсурд. Я хочу поблагодарить тебя. Ты знаешь, спасибо, что мы тебе благодарны. Низкий поклон. Спасибо. Поддержите, простимулируйте. Простимулируйте это. Это на каком языке был? Португальский. Португальский? Кто знает португальский, можете не хлопать. Просто все похлопайте, потому что это было круто. Спасибо. Абсент, спасибо большое, ты же еще будешь нас радовать, да? Да, я сяду за барабаны и продолжу. Продолжаем, потому что сейчас джазовая певица, гран-при нескольких международных конкурсов, резидент Джаз Паркин, Олика Громова на этой сцене. Мы продолжаем наш вечер, пока Олика выходит на эту сцену. Прекрасная, красивая, очаровательная. Она выходит на эту сцену, а я напоминаю, что в течение всего вечера вы можете приобрести сувенирную продукцию с армянской символикой, все вырученные средства идут на благотворительность и помощь детям. Олика, ты готова? Говорит, ребята, говорит, бросайте вилки, ножки. Выходит Олика. Мы тебе аплодируем, Олика. Есть еще силы? Давайте немножечко внимания. Осталось еще несколько артистов, после чего у нас начнется. Ну, мы называем это танцевальная вакханалия, вы называете это дискотека. Мы постараемся сделать так, чтобы вы и потанцевали. Я лично стараюсь. Сделаю все возможное. Олика передает привет. Посмотрите всем. Олика Громова на этой сцене. Резидент Джаз Паркин, правда? Олика, аплодирую тебе. Давайте, ребята, не стесняйтесь. Дайте свои эмоции, а эмоции это ваши аплодисменты. Мы продолжаем нашу концертную программу. Еще несколько артистов. Ребята, можете пока что фотографироваться, веселиться, гулять. Да, не забывайте, что... Ну, держите себя под контролем, выкладывайте фотографии с хэштегом, который вы придумали. Обязательно потом сделайте репост. Благодарю фонд «Спеши к добру», находите в Инстаграме. Меня по-прежнему зовут Юра, мне очень приятно. Мы продолжаем концертную программу. Олика, поехали! He can't see.
Thank you.
Да, спасибо большое, Олика. Мы тебе выражаем благодарность. Спасибо большое тебе. Мы, естественно, у нас закончилась бумага, поэтому мы пришлем тебе на пейджер благодарность. Да. Поблагодарим на вашими аплодисментами. Олику скажем ей спасибо, Олика. Спасибо, красава. Супер. Мы продолжаем. Ребята, еще есть... Осталось 4 артиста. Держите свои... Мы, да, давай разыграем. Кому-то подарим эту прекрасную картину за бабки. Да, выходите. Ага. Давайте еще разочек встретим очаровательную именинницу. Пару слов, пожалуйста. Нет, хотелось бы рассказать... Пожалуйста. Да. Дорогие друзья, ребята, всем здравствуйте. Это картина со аспектом, со смыслом. Все мы, люди, рождаемся чистыми и невинными. Вот как изображено на внизу этой картины. Вот. Но каждый человек... Каждая личность выбирает свой путь, свою стезю, так же, как эти деревья. Ведь они изображены по-разному. Поэтому давайте не пожалеем денег. Давайте найдем отличие, конечно, почему они по-разному. Не пожалеем денег, а... У каждого дерева свой колор, свой оттенок. Колор, подожди, я переведу. У каждого свой цвет. Все понимают, как здесь. Не будем показывать пальцы на того, кто не понимает. Я понимаю. Угу. Спасибо. Кто нарисовал эту картину? Гуар. Мама Гуар. Не мама Гуар, а мама Карине Давтян, Гуар Давтян, да? Чтобы расставить все точки над деревьями. Как называется картина? Ой, как... Мне понравилось название. Называется «Стезя человека». «Стезя человека». Поэтому деревья. Очень логично. Граждане, подождите. Даже ты понял это. Конечно. Конечно, я понял. Ты думаешь, я тупой? А, я понял. Да. Стезя человека. Каждый со своим колором. Да. И давайте стартовая цена этой картины. Называй. 8000 армянских драм. Нет, 8000 рублей. 8 тысяч рублей и картина «Стезя человека». 8 тысяч. Не наверняка, а намного больше. Как минимум это краски, как минимум это полотно. И, естественно, искусство. Искусство работы человека. Такое ощущение. Чудо. 8 тысяч рублей, и картина достанется вам. Это стартовая цена. Благотворительный аукцион начинается прямо сейчас. Выше руку, и мы начнем. Вот, куда еще выше. Вот, посмотрите, человек одолжили деньги, поэтому теперь он поучаствует в этой картине. Как зовут мужчину? Армен. Ну вот, чисто чувствуется, армянин. На каждом празднике есть Армен. И у меня складывается ощущение, что вы... Вот я всегда вас вижу. Вы прям кочуете с праздника на праздник. Армен, спасибо большое, что вы пришли. Армен дает 8 тысяч, стезя человека, чтобы найти отличие и найти свое предназначение. Армен дает 8 тысяч. Раз! 8 тысяч. Два! Ах. 10! Сам же дает! Человек, который не разбирается в финансовых махинациях. 10 тысяч. Раз, Армен! 10 тысяч, два, если Армен сам себя не перебьет. 10 тысяч. Давайте все положим пальчики на стол и немножко барабанную дробь сделаем. Давайте. 8 тысяч, если никто готов дать больше. 8 тысяч, три, Армен продано. 10 тысяч, Армен. 12 тысяч, Армен. Армен такой, у меня нету двух еще. 10 тысяч, Армен, браво, эти аплодисменты настоящего мужчине. Да, браво! За доставку еще 22 тысячи, не забудь взять. Мы благодарим вас за то, что вы принимаете участие в благотворительности и помощи детям. А мы продолжаем. Давайте немножечко простимулируем следующего артиста. Ребята, после Авсе Помаряна выходим на эту сцену. После Оленьки Громовой. Кто подсказывает? У нас есть сценарий, певица, автор, исполнитель. Ценительница прекрасной музыки и участница телепроекта «Новая звезда» Елизавета Павлюкова на этой сцене. Лиза, мы встречаем тебя. У-у-у! А можешь, что хочешь делать, Лиза? Все, тебе все можно, ты же блондинка. Лиза Павлюкова! Поаплодируйте ей.
Всем добрый вечер. Я очень рада сегодня здесь находиться. То, что я могу взять какое-то доброе дело, внести немножко творчества, немножко музыки. И вообще чему-то помочь, что-то сделать хорошее. Shall
to spend it all with you. All the seasons and the times of the day, all the meagers and the times of the day, let the reasons and the thank you.
Елизавета Павлюкова. Да, да, да. Да. Я, да. На три вещи можно смотреть бесконечно. Да, на то, как выдают зарплату, на огонь и на то, как балондинки паркуются и поют великолепный джаз. Давайте поаплодируем Елизавете Павлюковой. Эта благодарность тоже вручается лишь тебе. Спасибо большое за то, что ты приняла участие в благотворительности от организации «Спеши к добру». Спасибо большое тебе. Мы продолжаем. У нас осталось два артиста и ребята, дамы и однополчане. Ну, в смысле, одного пола. Давайте поприветствуем следующую артистку. Это девушка, которая, ну, когда она появляется, у кого-то начинают, я не знаю, расти активнее волосы на голове. Может быть, у кого-то становится гораздо... Может быть, у кого-то сразу на Сбер приходят финансовые средства. Эти мужчины, двое мужчин ушли, да, или нет? А, зато оставили Барсетку. Все нормально, еще будет аукцион. А, вот они сидят. Все нормально. Ребята, давайте встретим еще одну артистку, прекрасная Дарья Зуева на этой сцене. Ребята, у кого нет сил, давайте похлопаем. Да-да-да. Не хлопают только завистники. Дарья Зуева на этой сцене появляется. Даша, мы просим тебя. Смотрите, все в красивых нарядах. Все, это выпускное платье? Как же, нет? Здравствуйте, очень радостно быть здесь. Я представлю вам моих музыкантов. Это Евгений Баженов и Василий Колода. Меня зовут Дарья Зуева. Спасибо, что пригласили. Спасибо за то, что вы делаете. Я надеюсь, что все будет прекрасно. Будем верить в лучшее, светлое, в доброе. Вот. И пусть эти песни прозвучат и помогут совершиться чудо. Стоечку мы уберем. Простимулируйте песню Дарья Зуева со своим коллективом. Ребята, жгите! Thank you.
friends or relation on a weekend vacation. We won't have acknowledging that we only telephone. Day will break and I'll awake and start to bake sugar cake for me to take for all the boys to see. We will praise and only a girl for you, a boy for me. Oh, солнечный день, который был сегодня у нас. Дарья Зуева, коллектив. Спасибо. Ребята. Да, Дарья Андреева. Дарья Андреева? Ну, мы не будем впутывать в это родителей. Дарья, вам благодарность, безусловно, за такой талант. За... Ребята, ну давайте сделаем красивую фотографию. Ребята, пожалуйста. Ставьте, как будто всем понравилось. Угу. Все, держите. Да, шучу я. Посмотрите, ребята, как стильно одеты. Ребята, здесь должна быть внизу строчка. Заказывайте на корпоративы, юбилеи, свадьбы. Да? Мы приедем. А гонорар обсуждается, борода можно сбрить. Все, ребята, поаплодируем Дарья Зуева вместе со своими ребятами. Ура! Круто! Итак, ребята, у нас остался финалочка, финальный аккорд этого вечера. И, конечно же, мы хотим пригласить. Так получилось, что это тоже армянин. Ребята, талантливый молодой музыкант Арутин Хачатрян, который всегда поддерживает нас на наших благотворительных вечерах.
Арутюн Хачатриан и Сирануш Гзагян. Правильно, Сирануш? Сирануш, автор, выпускница Гнесинки, правильно? Да. Так получилось, она не выбирала. Ребята, лауреат международных конкурсов Сирануш Гзагян и Арутюн Хачатриан. Давайте встретим аплодисменты. Ребята, соберите все свои силы и эмоции. Мы идем на финишную прямую. Друзья, спасибо, что пригласили. Я так понимаю, армянскую музыку оставили на десерт. Очень приятно, что не только мы делаем такое дело, но еще знакомимся с хорошим музыкантом. Вот, например, с кем-то мы вообще вчера познакомились. Ну не надо выдавать. Очень удачный, в общем, проект, кажется, получился. В общем, экспромтом будет сейчас армянский джаз. Армянский джаз на этой сцене. Ребята, зажгите, а мы вас поддержим. Поскольку ты можешь отразить, а я не могу.
свободно. Так, мы меняем стул. Это очень важно.
Сирануш Джаганс со своим потрясающим вокалом. Арутин Кочетрянс. Дуду впалился в ваши уши. Армянский национальный инструмент. Спасибо большое вам. Мы выражаем вам огромную благодарность. Ребята, спасибо большое, то, что вы такой финальный аккорд поставили. Вот этот. Можете поменяться, если хотите. Так, нравится. Ребята, давайте мы улыбнемся. И, во-первых, мы хотим поблагодарить всех тех людей, которые нашли время, пришли, приняли участие, нашли время. Еще раз говорю, нашли время, потому что в нынче время дорого. Поэтому посмотрите на Арутюна. Человек выдал просто все, что можно было, вспотел. Ты стоишь под местом силы, это колонка. Да. Мы хотим сказать, во-первых, спасибо большое вам, что пришли. Во-вторых, мы хотим поблагодарить всех участников, всех организаторов «Спеши к добру». И, кстати, хотим пригласить вас на мероприятие, которое будет организовано 2 июля. Оно будет посвящено кулинарии. Сценарий у кафе, что на Тверской улице, можно будет прийти и научиться готовить армянский ламаджу. Знаете такое блюдо? Как раз не умеешь? Ламаджу не умеешь, ламаджу будешь уметь. Все нормально. Кушать только умеем. Да, там можно будет попробовать армянский напиток. Так, это было во-вторых. И в-третьих, мы хотим выразить низкий поклон, огромную благодарность этому прекрасному заведению, клубу Алексея Козлова. И я хочу сказать спасибо от всех организаторов и сказать спасибо этим вкусным тортам, которые появятся на этой сцене без всяких аукционов. Это просто подарок клубу Алексея Козлова. Давайте поблагодарим, сами себе похлопаем в первую очередь и, конечно же, этому же чудесному заведению спасибо большое, то, что они приняли. Посмотрите, Jazz Magic с любовью. Это мы отдадим обязательно всем организаторам этого чудесного заведения. Спасибо большое, давайте поаплодируем еще раз клубу Алексея Козлова. В-третьих, мы обещали, что будут какие-то танцы. Да? Было такое обещание? Кто кому обещал? Так обычно, на этом вопросе обычно армяне убегают. Кто кому обещал? Никто никому не обещал, я ничего не обещал. Ребята, скажите, пожалуйста, давайте так, поаплодируйте, как вам понравилось. Первый столик, посмотрите, они просто билеты купили, партер. Самые дорогущие, они хлопать должны громче всех, потому что надо осваивать бюджет билета. Ребята, я предлагаю на этом, не заканчивать наш сегодняшний вечер, сказать всем спасибо за то, что вы поучаствовали в благотворительности. Все деньги мы действительно передаем, вы увидите все в группе ВКонтакте, в которую мы вас приглашаем. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы продолжали веселиться, отдыхать и кайфовать. Можно, пожалуйста, диджакей, эту музыку для всех вас. Кто хочет, потанцуйте, приглашайте дам. Офицеров, кавалеров и диджеев, да. Всем хорошего вечера. Меня зовут Юра Тунин, мне было очень приятно. Музыка день. Ребята, всем спасибо. Давайте еще раз громко поаплодируем. Всех приглашаем на танцы. Заканчивали этот чудесный вечер Сирануш и Артем. Ребята, кто не танцует, тот Сергей Зверев.